Значит ли, что мы стоим на пороге новых финансовых потрясений и, как следствие, нового финансового передела мира? Риск всегда есть. Я не думаю, что кризис, финансовый кризис в ближайшее время может произойти, потому что финансовый кризис был только недавно, и сейчас, так сказать, маятник как бы перешел в противоположное направление. По сути дела, вот то, что мы сегодня наблюдаем, это хаос. Не знаю, управляемый хаос, но вроде как пока слегка управляемый, но в любой момент он, этот хаос может стать неуправляемым. В Соединенных Штатах Америки ВВП может упасть в 2 с лишним раз. Это выглядит совершенно фантастически. У нас, конечно, этот кризис будет меньше, чем там, потому что мы его частично прожили в 90-е годы. Но, в общем, по миру это будет крайне неприятная ситуация. Учитывая подобную перспективу, стоит задуматься, как не стать жертвой в возможном новом дележе ресурсов.